На всех языках мира, во всех народах, на всех материках звучит сегодня благовествование: «Христос воскресе! Воистину воскрес Христос из мертвых, поправ дьявола, освободив людей от власти греха и страстей, простирая нам свои победоносные руки, дабы по вере нашей в воскресение Христово мы восприняли божественную благодать, крещением, исполнением заповедей, причащением святых Христовых тайн в православных храмах. Человеческая душа уже здесь и сейчас оживает, воскресает для веры, надежды и любви, а наше бренное тело некогда будет воскрешено, когда закончится мировая история и Спаситель придет судить мир. Мы с вами там обязательно встретимся. Христос воскресе, воистину воскресе!